На конкурс. Край родной, навек любимый. Марат Капралов. 14 лет. Деревня Дым-Дым-Амга. Моя малая родина. Альфия Саттарова. Среди лугов, лесов и рек лежит мое село. Простое, незаметное, на первый взгляд оно. Обычные, нормальные идут у нас дела. И с каждым днем рождается нож нашего села. Здесь люди честно трудятся с весны и до весны. Ведь с них и начинается вся жизнь родной страны.